Леонид Сергеев, трамвайчик. На стыках громыхает не спеша, плывет по рельсам желтенький трамвайчик. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. За пыльным поцарапанным окном бесшумное мелькание предметов и лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. И лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. На остановке шум и толчья, привычный образ ждущего народа, но наш трамвайчик не сбавляет хода. В вагоне только зайчик ты и я, но наш трамвайчик не сбавляет хода. В вагоне только зайчик ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротечной и вроде бы немного доконеченной, но снова начинается кольцо и вроде бы немного доконеченной, но снова начинается кольцо. Снова возвращение печать бежит по стеклам трещин паутиной, и снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что никак не поменять, и снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что уже не поменять. И постепенно, набирая ход, слегка искрящий желтенький трамвайчик бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастье ждет. Бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастье ждет. Спасибо. Мы вручаем Олегу губную гармошку. Надеюсь, вам понравится. А второй победитель молодежного жюри – это Александр Смирнов, поэт. Есть ли он в зале?